Всем привет! Это внутриигровой осмотр охотничьего ножа Патины, потому что в этом окошке именно нож осмотра ножа недостаточно. Если винтовку, пистолет более-менее можно рассмотреть, то нож нет, так как он находится, во-первых, под другим углом, во-вторых, здесь не видно анимации нанесения удара. В игре нож совсем по-другому лежит в руке. Здесь можно его смотреть как на солнце, так и в тени. В тени он сразу блекнет, как и другие скины, которые блестят. Это, например, револьвер Градиент или бронзовая декорация Дигл. Все, что блестит, оно в тени блекнет, а на солнце приятно, красиво переливается. Вот. Так, что у него еще есть? Быстрый, но слабый удар. Он его наносит с разных сторон. Медленный, но более мощный удар. Анимация в руку, взятие в руку выглядит как-то так вот примерно. Урон. Урон наносится маленький. В спину вот так. Большой урон наносится вот так. Если не в спину, то как-то так. Если нож выбросить, то на земле он смотрится как-то примерно вот так. Естественно, на солнце он тоже блестит, даже лежа на земле. А в тени... В тени он уже не блестит. Так, на противниках оно работает примерно как-то вот так. Но последнего я оставлю, чтобы раунд не заканчивался. Ну вот, как-то так в игре выглядит ножик. Я надеюсь, это видео дало вам понять, что из себя он представляет. На этом все. Пока.